Опухоль весом 25 килограммов удалили краснодарские онкологи. Пациентка обратилась в онкодиспансер с жалобой на то, что у нее сильно вырос живот. Обследование выявило новообразование диаметром в 55 сантиметров. Опухоль сдавливала желудок, печень, диафрагму, мочеточник и нижнюю полую вену. Благодаря мастерству хирургов трехчасовая операция прошла без осложнений. Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно, сообщают в краевом Минздраве. Во избежание таких запущенных случаев медики призывают краснодарцев ежегодно проходить медосмотры в поликлиниках или по месту работы.